Видео подготовлено специально для сайта Нет. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 204 упражнение. Прочитаем задание. Вспомни или перечитай стихотворение Сабгера «Людоед и принцесса» или все наоборот. Какой прием использует поэт для создания комического эффекта? Какие слова ему в этом помогают? В чем особенность этих слов? Ответим на вопрос. Поэт для создания комического эффекта использует слова-антонимы. Помогает ему в этом антонимы «прекрасное», «ужасное». Это прилагательное. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.